Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике я расскажу вам, как правильно делать ступени. В моем случае ступени имеют следующие размеры. Ширина 128, высота 8, длина 16 юнитов. Что делаем теперь? Копируем ступень и жмем правый клик мыши. Paste Special. И у нас появляется вот такое окно, с помощью которого можно вставить хоть 100 ступеней за раз. Как это работает? Всего у нас должно быть 8 ступеней, значит выбираем 7 новых копий. Offset – расстояние между ступенями, длина каждой 16 юнитов, значит выставляем столько же. В оси Z выбираем высоту между ступенью, так как они будут идти вниз, выбираем минус 8 юнитов. Готово! Для меня этот способ является более быстрым и удобным, чем выделение и копирование ступеней вручную. Заготовка готова. Далее начинаем оптимизировать ступени. Выделяем их всех и обращаем в Fang Detail, после чего переключаемся в режим обрезки и срезаем ненужные углы. Этим действием мы убираем лишние 8 фейсов, которые не будут видны в игре. Идем дальше. Чтобы ступени не висели в воздухе, коль можно со стороны на них смотреть, нам нужно придать им высоты. Создаем прямоугольник, далее разрезаем его вот так. Оп! Таким образом, мы продолжаем экономить количество фейсов. При этом, в данном месте теперь будет создан правильный портал, правильно разрезаны листья. Осталось, по желанию, добавить невидимую физику для игроков. Выбираем текстуру Player Clip и накрываем наши ступени следующим образом. Мы это делаем для того, чтобы камера игрока не тряслась во время движения, а плавно перемещалась. Поздравляю! Наша лестница готова. В следующем видео мы будем создавать винтовые наклонные лестницы. Ну, а я скажу традиционное удачи, тамадачи!